Привет, привет, друзья! Приветствую всех! Меня зовут Лена Голд, и я с вами связываюсь из Майами. И у меня классная новость просто. Вы знаете, что я все время о продуктах здоровья рассказываю. И вот последнее время на моем любимом сайте не было некоторых продуктов, которые просто жизненно необходимы. Не было коралловой воды, и я, честно говоря, уже стала паниковать. Потому что мои запасы заканчивались. У меня остался буквально вот один такой пакетик. И я уже думаю, боже, что я буду делать? Потому что я пробовала пить другую воду, вы знаете, по вкусу, ну, не нравится уже. Я не хочу. Настолько вот организм привык к хорошей, живой, структурированной воде, слабой, щелочной. Мне она настолько нравится по вкусу, что тело постоянно просит. И я даже не хочу другую воду. А тут уже, понимаете, не было достаточно долго, наверное, может, пару месяцев не было, и мои запасы истощились. Так вот, хорошая новость. Все, кто меня там слушает, кто подписан, бегите, заказывайте, потому что наконец-то продукт появился на сайте. Водичка появилась. Вот эта вода прямо из Японии. Структурированная, слабая, щелочная, которая нужна нашему телу, несет нужную нам минеральную композицию, чтобы у нас все хорошо работало в теле, балансирует все процессы. И также она очень хорошо выводит водорастворимые шлаки. Потому что основная проблема нашего старения в том, что с возрастом мы именно накапливаем шлаки, процессы сбиваются, и они засоряют наше тело. Так вот эта водичка, она мягко все выводит, и самое главное, очищает наши внутренние фильтры, такие как почки, потому что вся жизненная энергия у нас хранится в почках. И есть даже такой термин у даосов, у китайцев, что пустые почки. Человек вроде все системы здоровы, а нет энергии в почках, и человек начинает угасать и умирать. То есть даже вот представьте, что как бы нет какой-то страшной хронической болезни у вас или страшного смертельного заболевания. Вот у нас сейчас все время, что умирают от рака, там еще от чего-то, да? Нету этого у вас. Но у вас пустые почки, обесточенные, и все, и вы просто чахнете. Вот иногда врачи говорят, вроде как все нормально, нет никаких диагнозов, а человек просто чахнет и умирает. Так это вот именно связано с этим, что почки обносились, износились, и они не могут больше работать. Так вот, эта водичка коралловая, она очень хорошо заряжает и спасает, и бережет почки. То есть очищает этот фильтр и напитывает их энергией. Поэтому вот сразу у меня много отзывов, кто люди начинают пить. Вот я приглашаю, советую, они начинают пить. И буквально от людей в возрасте, уже там вот последний у меня клиент был, ему 68. И первое, что он сказал вот в течение недели, он говорит, я почувствовал разницу. Говорит, раньше, говорит, да, я просыпался, говорит, ну я никак не мог встать с кровати, мне надо было раскачаться, вот так там, говорит, я прям себя вытаскивал. Сейчас, он говорит, разница громадная. Я просто просыпаюсь, у меня есть энергия, я встаю, и я иду, занимаюсь зарядкой, плаваю в бассейне, говорит, я чувствую себя совсем по-другому. И это только благодаря вот этой водичке. Почему я ее сама так люблю? Поэтому, друзья, пожалуйста, идите на сайт. Если кто-то не знает, пожалуйста, напишите мне, сброшу вам ссылочку, чтобы вы могли взять ее с 20% скидкой. Я даю такую скидочку через себя 20%, и вы берете водичку. Хорошо, друзья, с вами была Лена Голд. Всех благ вам. Цените себя, любите себя и берегите свое здоровье.